Все время мы тут. Началась война, жену парализовала за месяц. Лежит вот 5 месяцев парализована. Ни врачей, ни лекарства, никто, никуда, ничего. Лежу, мучается она, и мучаюсь я с ней. Дети где-то разбежались, нема детей. 2 раза я получал у них тоже. Угу. Давали. Угу. Давали, кормили они, 2 раза давали. И вот это, они как убежали, слава Богу. Хоть не стали, над головой нашей вот это все снаряды, все эти заразы, все пролетали над нашими домами. Я думаю, ну все. Так, бабушка лежит, и я лежу возле ей. Думаю, попадет обоих, раздерет обоих, и все. Господи, благослови. Теперь хоть спим нормально, хоть спим. А то ложимся и думаем, ну, точно в наш дом, везде. Господи, каждый день с утра как начнут, и каждую ночь, каждый день. Ужасное дело было, ужасное. Но самое главное, что остались живы. В наш дом не попало. Много вот поразбито, вот проедьте, посмотри. Все же за Украину, все. Господи, чтоб перемогли, ради Бога. Харьков-то еще не нормально, или бомбятень? Бомбять. Иноди, да. Ой, Боже. Там же и сын у меня был. Куда он бежал, Бог знает, не знаю. И дочка, и внуки, нема никого. Вот это мы с бабкой 6-7 месяц, с бабкой вдвоем. И вот она 5-й месяц, бедная, мучается, и я мучаюсь с ней. Ой, Боже мой, Боже мой, страшное дело, что я видал. Ту войну я пацаном был, маленький, помню немного. Ну, а это уже на всем я увидал. Ой, не могу я передать. Не дай Бог этого. Это дурак Путин. Он дурак. Разве можно было на людей вот такую гадость напустить? Нельзя было. Какая же война? Какое время? Ой, Боже мой.